Всем большой привет, с вами Ксюша, и сегодня я хочу показать вам топ-5 средств из корейского ухода, которые действительно изменили состояние моей кожи. А еще в конце я хочу сделать для вас небольшой приятный конкурс, так как скоро Новый год, и, в общем, смотрите до конца. И перед тем, как мы начнем, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А теперь давайте начинать! Итак, каждое средство, которое я вам сегодня покажу, я тестировала минимум 1 месяц, и результаты они начали показывать уже на 2-ю неделю. Вы можете увидеть состояние моей кожи на фото до, и у меня там были и прыщи, и постакне, то есть какие-то следы, расширенные загрязненные поры. И в целом моя кожа была какая-то уставшая, сухая. В общем-то, я решила в корне изменить свой уход. Эти 5 средств я вам действительно рекомендую. И в конце я покажу вам, как же изменилось состояние моей кожи. А сейчас давайте приступим к первому средству. И первое средство просто волшебное. Это энзимная пудра с зеленым чаем матча. Поэтому я просто называю эту штучку матча. Так вот, здесь такой порошочек. Я его сыплю на ручку, перемешиваю с водой и наношу на кожу лица. Эта энзимная пудра дает такой эффект отшелушивания, очищения. Ее можно также оставить в качестве маски на 5 минут. И моя кожа действительно становится какой-то сразу же гладкой, очищенной именно на молекулярном, можно сказать, уровне. То есть мне безумно она понравилась, прямо, наверное, топ-1. И я не знаю, как я раньше вообще не пробовала энзимные пудры, но это действительно моя супер-пупер находка. Кстати, ссылки на все средства я оставлю внизу в описании. И второе средство, которое я использую, кстати говоря, в дуэте они работают просто шикарно, это вот такой миндальный тонер. Данный тонер идет с АХА-кислотами, насколько я знаю, это самые мягкие кислоты, и для тех, кто только знакомится с кислотами, это просто идеальный вариант. Этот тонер я бы назвала таким базовым, потому что он дает восстанавливающий, противовоспалительный эффект, а также кожа после него гладкая, очищенная, и пигментация на коже становится менее заметной. Поэтому вот эти средства я бы рекомендовала использовать именно вместе, так они дают максимальный эффект. И да, это один бренд, поэтому я думаю, здесь все точно продумано. Следующее средство – это маска. Как же обойтись без маски, потому что они дают быстрый эффект, ты делаешь их раз в неделю. И вот эта маска, это не только маска, это еще и скраб, то есть здесь такая, можно сказать, сахарная текстура. А еще эта маска пахнет безумно вкусно, то есть здесь польза сочетается с приятностью. Она пахнет инжиром, и просто это заряд эмоций при использовании сразу же возникает. Данную маску я использую раз в неделю, и она дает просто какой-то супер смягчающий эффект. Кожа становится сразу же более ровная, более напитанная. И я даже заметила то, что вот буквально сегодня утром я ее как раз-таки делала, что сразу же пигментация становится менее заметной. То есть это такое сос-средство. Сделать ее раз в неделю, сразу же увидеть такой классный эффект. Просто обожаю, просто любовь с первого взгляда. И еще приятный момент, что кожа после нее именно сияет и выглядит более отдохнувшей и восстановленной. И хочу вам дать искреннюю рекомендацию. Все эти средства я заказывала в Patch & Go, и это просто прекрасный магазин. Именно они проконсультировали меня, то есть я сказала, какие у меня проблемы, что я примерно хочу, и они мне уже посоветовали средства, и я безумно благодарна, потому что я бы, может быть, на некоторые средства даже не взглянула, а теперь они в моих фаворитах. Кстати, для вас будет действовать уникальный промокод CALM, который дает скидку целых 10% до 10 декабря. Поэтому, если и вы хотите познакомиться с корейской косметикой поближе, то я вам очень советую данный онлайн-магазин. Четвертый мой фаворит – это марка Claire's. Здесь у меня ночной крем для лица и крем вокруг глаз. Я их показываю вместе, потому что все это относится к увлажнению и прекрасно работает вместе. Итак, крем дает такое базовое увлажнение кожи. На утро моя кожа гладкая. Здесь также есть пептиды, которые как раз-таки на это и направлены. А еще почему я выбрала именно этот крем? Потому что он подходит для чувствительной, раздраженной кожи, а в холодное время года и даже иногда летом моя кожа именно такая. Также он имеет эффект регенерации и восстановления именно каких-то шрамиков,
каких-то повреждений на коже, постакне. И еще небольшое наблюдение от меня, это то, что он пахнет, вы знаете, не как крем, который сделан ради красоты, ради запаха, он пахнет какими-то такими лечебными свойствами, какими-то, можно сказать, чуть-чуть аптечными. Действительно направлен на то, чтобы восстанавливать нашу кожу на глубинном уровне. И крем вокруг глаз. Коже вокруг глаз действительно нужно уделять особое внимание, я это поняла с годами. И вот этот крем, он заменил мне и патчи, и любые другие крема. Он мне понравился тем, что он и быстро впитывается, и не оставляет липкости. А также он даже убрал мое шелушение под глазом. То есть у меня здесь было такое шелушение, которое никак не проходило. То есть что бы я ни пыталась делать. Так вот, через неделю после использования этого крема у меня шелушение полностью ушло. И это такой еще один плюсик. Поэтому я бы назвала данный гель именно базовым классным средством вокруг глаз. И пятое средство, на которое я рассчитывала меньше всего, если честно, я боялась даже его пробовать, потому что это мыло для лица. Да, я боялась его пробовать, потому что я думала, что оно так же, как обычное мыло для рук, возможно, мне пересушит кожу, и она будет какая-то разряженная. Но все оказалось совершенно не так, и данное мыло очень мягкое, очень деликатное, оно очень приятно очищает кожу и дает вот это такое ощущение чистоты, как от обычного мыла, но в то же время не дает такую сухость, как обычное мыло. Поэтому данный уход я бы назвала универсальным, базовым. Я его уже брала в поездку, и это просто супер формат. И теперь, когда я хочу просто умыть лицо каким-то гелем, пенкой, у меня рука тянется именно к данному мылу, потому что оно удовлетворяет все мои потребности в таком базовом, быстром очищении лица. В общем, очень советую, была очень удивлена, поэтому если вы еще не пробовали корейское мыло для лица, то просто попробуйте, возможно, оно вам понравится так же, как и мне. Итак, состояние моей кожи после использования всех этих средств очень и очень улучшилось, то есть оно стало более чистое, более свежее. У меня начала проходить пигментация, которую действительно очень сложно убрать, и действительно нужно искать уход, который это будет делать. И поэтому я продолжу изучать тему корейского ухода, потому что ухоженное лицо — это как проявление любви к себе, так и повышение чувства такой уверенности, и действительно в это стоит вкладывать время, какие-то денежные средства. Я вам желаю также восстановить свою кожу. А сейчас время для розыгрыша. Условия будут максимально простые. Вам нужно поставить лайк этому видео, подписаться на канал и написать абсолютно любой комментарий. Победителя я выберу рандомно в комментариях. Победитель получит от меня набор моих самых любимых тканевых масок, а также целую кучу просто пробников из Patch & Go. У вас будет шанс познакомиться с разными корейскими брендами. Здесь и сыворотки, и крема. В общем, классные пробники. Поэтому участвуйте в конкурсе, пишите комментарии. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока!